Медики просят остерегаться кондиционеров, ведь они могут быть причиной заражения коронавирусом. Воздух с опасной инфекцией циркулирует по помещению, и в итоге заразиться могут даже люди, сидящие друг от друга на расстоянии 8 метров. Так, по мнению немецких ученых, произошло массовое заражение на многих предприятиях. Согласны ли казахстанские врачи с зарубежными коллегами, спросила Ирина Криштоп. Во время летней жары единственное спасение – кондиционеры. Многих не пугает даже риск простудиться. Но ОРВИ не самое страшное. Немецкие ученые предупреждают, вентиляционное оборудование может гонять по закрытому помещению зараженный коронавирусом воздух. Их казахстанские коллеги с выводом согласны. Говорят, кондиционер – рассадник микробов. Когда мы кондиционер включаем, мы закрываем помещение, и вот этот кондиционер циркулирует воздух в одном помещении. За счет этого может быть происходить заражение. И зависит, когда человек менял фильтр. Помимо коронавирусной инфекции, в кондиционере, если фильтр вовремя не менять, очень много других заболеваний, которые могут вызывать пневмонию. При этом опасная инфекция преодолевает расстояние до 8 метров. На крупных предприятиях и в гипермаркетах, где работают кондиционеры, не защитит даже социальная дистанция. По данным ученых, 1500 сотрудников мясоперерабатывающего завода в Германии подхватили опасный вирус именно из-за вентиляционной системы. 1500 рабочих заразились одновременно. Причиной стало кондиционирование воздуха, охлаждение его и слабая работа при точно-вытяжной вентиляции. В ряде стран мира введено ограничение на использование кондиционеров в промышленных торговых зонах. Это связано с тем, что охлажденный кондиционированный воздух способствует переносу новой коронавирусной инфекции на значительное расстояние. Охлаждать офисы и дома с помощью кондиционеров медики не рекомендуют, особенно если фильтр в оборудовании давно не проходил очистку, ведь на нем оседает пыль, смог и коронавирус. В закрытых помещениях даже глоток такого воздуха может быть очень опасен. Ирина Криштоп, Мурат Шинасилов, Думан Даулетбакулы, КТК.